Ха-ха, бомжи, чё вы мне сделаете, я бандит. А ты нам что сделаешь? А? Ты чё, дебил? Я выжил, а ты нет. А мой друг нет. Ты поплатишься за... Не надо. Снять. Ха-ха, я убил его. Ну что, попрощайся с жизнью, пацан. Что? Ой, я живой. Я живой. Нет. Нет, ты не живой. Что? Ничего. Ты сейчас умрешь. Ха-ха. Стоп, что? Ха-ха-ха-ха. Я смог убить этого бандита. Хе-хе-хе. Что? Еще минус один. Ха-ха. Хе-хе. Никто бандитов не сможет победить. Ладно, я пойду убивать других бандитов. Ха-ха. Нет, ты не убьешь никого. Ну что ж, говорю, что кого-то убьет, ага, сам умер. Бандитов еще двое. Еще двое бандитов, а бомжей. С бомжей я остался один. Плохо дело. Так, ну я нашел такой вот прекрасненький домик с дверкой. Вот с окном, тут кровать, крыша, вот. Вот, короче, пацаны. Я пока буду здесь жить. Это просто тут заброшенный дом. Дверка вот открывается. Я пока здесь буду жить. Тук-тук-тук-тук-тук. Кто там? Войдите. Ага, ну здравствуй.
Он взломал дверь! На! Ох, куда она? Ой! Ой, я убил трубушку, отрезал у меня есть бомба липучка. Еще один бандит. Ну что, ты думал, то, что нас двое? Да, как бы, да. Нет, нас трое было. Ой. Ах, смотри-ка, че у меня есть. Я сейчас отойду. И кину это, ха-ха. Уи. Нет. Что же я из бомжей всех выжил, только я. Ура, мы выиграли, бомжи выиграли, бомжи выиграли. Да, бомжи выиграли. Вон, значит, там труп одного бомжа, блин. И вон там еще один труп. Просто я как-то взорвом сюда отнесла, ну ладно. Ну башки вообще нету. А с тем вообще вон что произошло. Ну короче, вот. Так вот. Ура!